как бы из за электроэнергии, знаете, сколько Финляндия платит покупать в России? Полтора рубля. Приплыли. Что будет какая-то проблема, вернее, можно предположить, что будет либо очередная денежная реформа на Украине, оставьте. Но для монополий, Джейд, для настольных игр очень удобно. Ну или для коллекции, да. Ну все, давайте это... Как в другой стране переходим. Но к союзному государству. Но будем говорить все равно о России и российских землях. Да. Ну все. Александр Григорьевич, давайте. Крым не является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия и так далее. Крым сегодня часть территории Российской Федерации. Можно признавать это, не признавать, но от этого ничего не изменится. Поэтому мы свою точку зрения...